Добро пожаловать на наш YouTube-канал HardChestInfo. В данном видео я вам расскажу, как пользоваться функцией «Золотой профиль звука» на наушниках Realme Buds Air 5 Pro. Для этого зайдем в приложение Realme Link и выберем наши наушники. После этого в пункте «Звуковые эффекты» будут данные наша функция «Золотой профиль звука». Нажмемте на него. И нажмем «Продолжить». Идет сканирование ушных каналов. И нажмем «Продолжить». Будет идти звуковой сигнал, и тут надо перетащить ползунок. После этого нажимаете «Далее». Также выбираем, где у вас прекращается звуковой сигнал, нажимаете «Далее». Тут также самое. Нажимаете «Далее». Нажмем «Далее». И теперь так же самое, только в правом ухе. И нажмем на пункт «Сгенерировать профиль». Будет создан профиль и усиление звука. И нажмем «Подтвердить». И наш тест будем завершен. Нажмем «Применить». И тут будет «Начать». И выйдем. Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и до новых встреч!